Аришка, ты же смотрела мультик про Гринча? Нет. А, да, мы еще не ходили, не смотрели. Но в ближайшее время мы обязательно хотим его посмотреть. Однако мы нашли игру, которая называется... Гринч! Почти. Побег от Гринча. И хотим сегодня убежать. Ну, или помочь, или... Короче, посмотрим. Хорошие денечки. С каналом Папа и Дочки. Всем привет. Вы на канале Папа и Дочки. О, ребята, смотрите, он книжку читает. Давайте посмотрим, что он читает. Подходим, смотрим. И что мы видим? Ничего. Он пустую книжку держит и делает умный вид, что он читает. Ладно, нам здесь делать нечего. Уходим. Все, всем пока. Всем! Закрыта дверь, да? Да. Ладно. Тут ключик. Ключик, ну-ка давай, откройте. Здесь снизу нету. Так, шкафчики нет. На кровати нету. В тумбочке нету. Здесь нету. На лампочке. В ящике. Вау! Ух ты, ключ взяли. Вот он, ключик. А у меня ключик. Пойдем? Да. Погнали. Собачка там такая. Ух тышки, смотри. И тут Гринч смотрит. Он хочет украсть Новый год, Рождество, да! Ребята. Так, и что там, и что происходит? Авто, вы хотите убивать? Да, конечно, мы хотим убежать, да? Хотим сюда. Просто так не уйдете. Сначала насобирайте мне много подарков, понятно? Ну, давай насобираем, нам же не сложно. Ребята, все, отправляемся собирать подарки. Где же, наверное, по домикам пройдем сейчас. Так, смотрим. Действительно, ребят, вот крутятся подарочки, мы их берем. Смотрите, как классно. Сделан домик. Кстати, кто из вас смотрел мультик про Гринча, ставьте лайк и напишите в комментариях. А у меня один подарочек в руках, идем быстрее сдавать. Мы помогаем ему. Гринчу, да, воруем подарки. Во, один уже положили. Да. Пойдемте-ка дальше, заходим в домик снова. Да. Еще есть подарки? Да, вот на тумбочке вижу, хватаю. Все, побежал обратно. Ложись. Жалко, нельзя сразу по два, ребята, было бы прикольно. Закидываем. Чик-чик, есть. Все, два подарочка, дальше бежим. Интересно, действительно он нас отпустит или обманет? А мы это скоро узнаем. Еще схватил. Закидываем снова ему. Закидываем. Да. Сколько подарочков надо еще, Ариш, собрать? Вот, смотри, снизу написано. Мы собрали уже сколько? Три. Надо 12. Да, собрать 12. Три собрали. Пойдем в розовеньких домик. Сейчас, давай сначала все из этого домика соберем. Все собрали. Давай в розовеньких. Хорошо, сейчас еще сюда зайдем. Они там не кончаются, они там... Нет, они в разных местах. Вижу, уже нету подарков. Пошли в эту комнату зайдем. Есть здесь подарок? Сюда не проникнуть, ребята, непроходная комната. Ладно, здесь уже нет подарков. Какой ты говоришь, розовый домик? Да. Ну, пошли, розовый домик, посмотрим. Мне нравится розовый. Вот, сверху стоит. Да. Ну, ладно, сначала зайдем в домик. Опа. Вот, тут подарочки. Есть подарочки. Есть, отлично. Здесь еще есть? Вот, да, еще крутится. Пошли, сдаем. Пошли. Сдаем. Вот сюда сразу ему. Чик, все, закинули. Теперь наверх. Прыжок. Двойные прыжки есть. Сразу сюда бегу. О, я не знала, что да. Двойные прыжки. А ну-ка на домик сразу. Раз, два. О, отлично. Еще один. Сразу в тележку. Ух, не получилось. Ладно, закидываем. Отлично, ребята, уже смотрите. Да. 7 подарков собрали из 12. Так, заходим в розовый домик. Где подарочки? Мы что, отсюда все вытащили уже? Эй, дайте подарок. Нет подарка. Ладно, пойдем. Аришка, какие есть? А, вон на снеговике, смотрите, ребята, прям на голове у снеговика лежит. Да. Папа, а пойдем че? Грустный взгляд у снеговика. Мы у него подарок отобрали. Да. Ну, Гринч нас заставил. Извини, снеговичок. Извини, прости, пожалуйста, да. Мы постараемся больше так не делать. Так, еще осталось... Мы бы так не делали, но придется делать снеговичок. Извини, потому что Гринч нас не отпустит. А если он не отпустит нас, если мы поможем ему собрать подарки все... Если он не отпустит нас, тогда он получит у нас. Да, хорошо. Значит, надо найти где-то еще подарки. Яришка, ты видишь? А, вон, вижу, вот он. Стоит. Тебе осталось... Вот я ты его хватаю. Ты собрал 9. Да, собрал 9. Осталось 3 подарочка. Ой, 4. Да, 3 подарочка. Хоп. Так, теперь осталось 2 подарочка. 10 собрал. Вижу, вон на крыше. На крыше вижу подарок. Запрыгиваем. Раз, два. Отлично. И остается, ребята, сейчас один подарок найти. Так.
Где же он? Где же он подарок-то? Вон наверху домики вижу. Ну-ка сейчас заберемся. Перепрыгнем. Так, залезем сюда. Может, в этом домике лежит? Ну-ка, зайдем. Здесь есть подарок? О, здесь подарков нет. Выходим. 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 Сюда запрыгиваем. Здесь есть подарок? Им нужны именно красные. Вот он сидит. Вот он. Хватаем подарок. И бежим. Хватаем хвост. Все, сейчас мы, ребята, все, дадим последний подарок Гринчу, что же будет? Отпустит он нас или нет? Так. Если отпустишь нас, Гринч, есть! Тебе... Так, это что значит? Вау, чекпоинт, ладно, что он нам говорит? Ну что, ты свою часть выполнил, теперь можешь идти, все, пока. Ну, все, ребята, наверное, сейчас закончим, ну и все, пошлите. Стоп, стопэ. Это был обман. Да. Нас закинул обратно. Гринч, ты подло нас обманул. Ладно, пойдем. Все, тебе потом не покажется. Разбираться. Будем мы с тобой потом разбираться. А как пройти? Может, так. Не знаю. Так, сейчас. Вот здесь. Чикс. Так, ладно. Это помощники. О, смотри, там эти гномики бегают. Да. Надо будет пробежать. Они бе-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 бе. Пробежать вот сюда. Прыжок. Есть. Ага, смотри, получилось. Так, подожди, Аришка, подожди. Так, давай обойдем этих гномиков. Мне кажется, с ними лучше не встречаться. Да. Они обойдем бе-бе-беков. Да, они вряд ли нам помогут чем-то здесь. Ага. Они помощники Гринча. Они помощники Гринча. И да. Возвращают нас обратно. Все, и уходим. Все. Чекпоинт опять. Так, значит, не все. Опять. Не интересно. Все. Гринч. Так, о, ящик. О, вентилятор. Лабиринт, как мы любим. Правой руки. Да, правильно. Идем всегда по правой стене. Дотрагиваясь правой рукой правой стены. И все, мы из любого лабиринта всегда сможем выбраться. Никто не сможет нас запереть, чтобы мы не выбрались. А если вы будете плутать просто туда ходил, туда вроде ходил, а туда вроде не ходил, то вы в любом случае не выберетесь. Красная кнопка стала зеленой. Ладно, идем дальше. Что там еще будут? Красные кнопки, что ли? Ребятки, видели? Красная кнопка. Это что такое? Мы обратно вернулись. Любопытная история. Ну ладно, пойдем дальше. О, нам сюда. Так. Смотри, я ящики разрушил. Ключи нам никакие не дали. Опа, перепрыгнул. И... Смотрите, мы какие-то конвертики закидываем сюда. Что вообще происходит? Ну-ка, ящики разносим. Это мы осколки ящиков сдаем. Я не знаю, может и да, может и нет. Ребята, видели? Тут какой-то еще квест. Мы выполняем какой-то квест. Любопытно. Пойди туда, не знаю куда. Возьми то, не знаю что. Смотри, еще один лабиринт. Ух ты! Это не лабиринт. Ну, почему? Просто проход, да? Ну да, пока нету разветвлений. Точно, еще одна кнопка, ребята. Вот сделаем зеленую ее. Да! Прикол вообще, ребята! Классно! Я не ожидал. Я этого не ожидал. Я думал, мы просто будем убегать. И оказывается, тут еще надо выполнять... Какие-то задания, да? Да, за кнопки спасибо. За кнопочки спасибо. Может, нам повернуться, сдать еще что-нибудь? Ключ! Тихо. Синий ключик. Давай сюда зайдем. Синий. Ты что, сюда, смотри. Мы кнопочку нажимаем, потом в каждую библиотеку идем, что-то сдаем. Так, я на всякий случай разрушу ящики. Вот кнопочка. Синенькая. Вон открылась дверь. А, друзья, мы открывали двери. Помнишь, желтую кнопку нажали, открылась, стала зеленой. Вот, желтая каемочка. Это была дверь закрыта. Оба-на, вот это классно разработчики придумали. Да. Я на всякий случай... Спасибо, разработчики. Штуки... Так, здесь ничего нету. Ничего нету. Все, тогда... Нельзя их разобрать. Тогда нам в дверь. Так, там чужие подарки. Так. В дверь и сдаем еще и все? Все, победа? Победа или что? Нет. Да! Ура! Мы походу убежим. Кто-то по-строму победил. Гномище, все, мы спаслись. Пошли посмотрим, что тут есть. О!
Ух ты, скоростной паркур, ребята. Ну как, что, как прыжок? Ух ты! Мы Гринча догоняем, ребята, Гринча догоняем. Смотрите, он летит. Он летит. Это, как говорящий Том, бег за золотом, смотри. Тынь-тынь. Вау, прикольненько. Гринч! Бум, сюда, снеговик злой. Опа, чуть не попался ему. Гринч, мы за тобой идем. Бежим, бежим, бежим. Догоняем. Вот это прикольная игра, слушай, мне нравится. Мне нравится, как эту карту нарисовано. Ребята, если что, ссылочка в описании, кто это хочет поиграть. Это как настоящая, да? Да, как настоящая сказка новогодняя. Догоняем, догоняем. Он уже на взлет пошел, на взлет пошел. Все, мы добежали. Куда это мы добежали? Опять где-то в помещении. Пошли дальше? Давай посмотрим, что тут. Двойной прыжок есть, двойной прыжок есть. Так, так, в дверь заходит. А чё? Да, мы его не боимся. Это всего лишь большая зеленая лягушка. О, снизу подарки. Только говори, лягушка на Гринче. Шепотом, а то может услышать и нас на руках. Да, я не боюсь Гринча. По подаркам, походу, тут надо прыгать. Раз. Осталось всего лишь два подарочка. Вот этот вот. И мы сразу уходим. Есть, ушли. Чекпоинт. Ой, а что не сохраняется? Сохранились. Сохранились? Ну все, в эту дверь. О, смотри. Нас нет, мы есть. Фокус, ребята. Ой, есть. Эй, а как взять нету? А, нету, есть, нету, есть, нету. Ну все, пошли дальше. А, нету, есть, вот здесь, все, идем. Хватит баланса. Да, баланса, пошли. О, а здесь на пол, интересно, можно или нет? Ну ладно, не буду на всякий случай. Нельзя на пол. О. Что заново? Заходим. И думаем, что здесь надо сделать. А, я понял, надо по подарку ехать. Давай, сейчас подарок появится, мы на него встаем. Так, давай, подарок, появляйся. Подарок. Во. Подарок уходит, и мы поехали. Только так. Да, друзья, подарки нас здесь в общем, нас разваливают подарки, поэтому здесь нужно двигаться аккуратненько. Без подарков, не дотрагивайся. О, санки Гринча! Есть! Все, спаслись? Нет. Санта, привет, как дела? Йо-хо-хо, поможешь мне с Рождеством? Ну, как только мы от Гринча сбежим, да. Так, постараемся помочь. Поможем. Пока нажмем зеленую кнопку. Ну, конечно. Что, санки? Где они? Я не вижу, ребята, что происходит? Так, погнали вперед. Мы катимся. О, ребята, я санки. Я не могу отдалиться, я чисто санки. Погнали! И есть! Погнали, точно, через кольца. Аришка, ты молодец. Ребята, мы летаем на санках. Это круто. Летим в следующее колечко. Следующее. Ух ты, вот это прикольно. Кольцевое путешествие. Смотри, мы куда? Вот, ага, теперь. Аришка, ты где? Зеленое кольцо. Буф. Опять куда-то мы попали. Где? Ого, мы на огромном подарке. И теперь нам надо до елки добраться. Ребята, погнали на елку. Папа, что это там за такие конфетки? Не знаю пока. Посмотри на них. Где? А, вот это большая конфетища, да? Так, сюда запрыгаем. Ну как, Роблокс, тебе понравилось кататься? Это было очень круто! Да, нам тоже понравилось с Иришкой. Да. О, паркур наверх на елку, ребята, двойные прыжочки. Так. Погнали. Хорошо, что у этого Роблокса есть двойные прыжки. Да, именно в этой игре есть двойные прыжки. И это хорошо. Ух ты, новогодние игрушки. Пап, ну в елке уже. Мы на елку забираемся. Да, друзья, мы забираемся. Это по веткам. По веточкам на самый верх, верно. Раз, два. И вот дверь. В дверь заходим? Заходим. Погнали. Ох, куда-то опять нас перенесло. Итак, да что ж такое? Это опять какой-то... Ух ты. Что-то говорят. Бла-бла-бла. Опять паркурчик. Бегом бежим. Опять за Гринчем, что ли? Не знаю. Но санки сверху пока не летят. Значит, мне понравилось в прошлый раз бегать, поэтому бежим спокойно. Бежим. Прикольно. Привет, снеговик! Привет, пока! Привет, гномик! Привет!
Так, бежим дальше. Привет, два гномика, бебекалки. Нет. Бежим дальше. О, чекпоинт это вижу. Это был тот снеговик, который мы нечаянно отобрали подарочку. Ну, нам надо было, чтобы выбраться, да. Привет, снеговик. Ну, мы больше так не будем. Привет, гномик, привет, гномик. Ребята, давайте тоже здороваться. Гринч! Ага, точно Гринч? Нет, просто санки. Санки, санты, угоняем санки срочно. Друзья, а вы когда-нибудь танцевали на санках Санта-Клауса? Нет? И мы не танцевали. Сейчас исправим эту ситуацию. Би-би-би. Только на нашем канале каждый зритель может получить сердечко от канала. Для этого нужно просто ответить на задание в любом видео, в любое время, когда угодно. Но если вы в новых видео отвечаете первыми, вы становитесь победителями. Сегодня задание такое. Кто такой Гринч? И ваше имя напишите. Все, участвуйте. Друзья, нам пришлось сегодня стащить кучу подарков, чтобы помочь Гринчу. Хотя мы этого не хотели, может, не хотели, да? Нет. Мы от него, в общем, убежали. Добежали до санок Санта-Клауса, и игра вроде как закончилась. А вы были сегодня с нами на канале. Я папа и дочки Геймс. С вами сегодня были папа и я, дочка Аришка. Если вы любите Новый год, если вы любите Рождество, ставьте лайки, хорошие денечки. С каналом папы и дочки. Всем пока! Всех с наступающими праздниками! Всем кексики и компотики! Всем пока-пока!